Гляньте, какой скалолаз, я в шоке. По потолку лазить научился. Ну, лимошка, ты даешь. Всем привет! Мы таки решили ехать праздновать миллион подписчиков. Катя, да? Или качаешься, что она говорит? Кать? Кать. Не знаю, надели Алиски шорты. Чуть-чуть думаю, может, все-таки надо штаны. Как-то прохладненько на улице, конечно. Хотя мы все легко одеты. Боже мой, что это было? Что это такое? Это так бахает качелька? Ты шо? Это катался обычно. Раньше такого не было. Я аж испугалась, Даш. А ты что залезла в будку? Что, Джета грустная или что? Джеточка. Зайка. Пупсик. Уже мы ждем бабушку. И сейчас будем ехать. Смотрите, Настя какую себе сделала прическу. Помните, она рассказывала, что прикольно вплетать колечки в косички? И так и вплела. Мы садимся. Давайте. Вас закрыть? Давай. Пусть снимает просто постоянно. А, то пусть снимает в машине. Так а зачем? Можешь снять. Все она снимает. Любит здесь необутую. Взяли мы с собой мультикуб. Кинотеатр. Да, мы едем в кинотеатр, я вам забыла сказать. Вот эта игрушка Алиса дома не играет, но она у нас используется как раз вот так на выезд куда-то. Ух ты, вот прям мелодия вышла. Я сижу, смотрю, сколько за час посмотрела мое видео про миллион подписчиков. И показала Кате ту смешную заставочку, которую я сделала. Знаете, что мне Катя сказала? Повтори. Ты похожа на Момо на ней. Она сказала, что я тут на Момо похожа. Кто такой Момо? Боже мой, какой ты непродвинутый. Ты не знаешь Момо? Момо нет. Кучу видео про нее было, там типа пугающих всяких. Страшилка это, короче, Момо. Вот, пап. А, моя девушка, да. А, приходила к тебе во снах, да? Да, у извращенец. Чудо-норка есть у нас. Вот игрушек мы с собой набрали. Лиса довольна. Ай-яй-яй-яй-яй, поломалась книжечка. Она вроде не специально, да? Ну да, она хотела просто рассказать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какое огорчение. Любимая книжечка. Алиса так стала обожать вот эти книжки с жирафиком. Она их просто каждый день смотрит. А вот это... Кто там поехал? Папа. Да, нет, он не папа. Папа тут. Давай дальше посмотрим. Да, жирафик. Ничего страшного, значок. Заклеим. Накрыть настил, налить напой, да? Послезавтра у Кости день рождения. Не, вернее, если вы смотрите это видео, то уже завтра. А, то завтра? Ну да. Скажи свои ожидания на свой день рождения. Интересно послушать. Что сказать? День рождения — грустный праздник. Ну, ну что-нибудь скажи, что вот я бы хотела, чтобы мое день рождения было бы то-то, то-то, то-то. Интересно же. Потом будет. Я бы хотел, чтобы в мое день рождения был полет на Монгольфьере, потом оттуда в горы прыгаем и сразу на горных лыжах спускаемся. Потом на рок-фестиваль, да? Точно, потом... Ну, все ты знаешь. А потом в баню с моделью какой-нибудь. Нет, с тобой. С мамой. А, да. С мама-мама-мама. Потом сразу на Гавайи и на серфинг. Боже, ты ничего бы не хотел? На яхту. А больше ничего бы не хотел. На дайвинг. Подумаю. Нет, дайвинг мне не понравился. Даже твоя двухлетняя дочь смеется с твоих фантазий, посмотри. Ну а теперь давай серьезно. Расскажи, как бы ты хотел, чтобы прошло твой день рождения? По-моему, вполне серьезно. Чтобы весело было гостям. Главное. И все? Да. Расскажи, как бы ты для себя хотел, чтобы оно прошло. Да, спи так.
тишине и покое за просмотром фильмов и чтением книг. Фух, это тяжелый случай. Я вообще не могу выбить из него нормально то, что хочется. Нет, услышать. Слушай, ну, у каждого человека свое, ты свои нормальности, назад понимаешь? Говорил, что хочет, типа, на другую квартиру на день и отдохнуть. Так это он каждый год говорит про свой день рождения так. Неужели мы так задолбали? Потому что с твоим блогерством, с нашим блогерством... Поправился. У нас слишком бурная жизнь. Ну, это понятно, но не на день же рождения закрываться и отдыхать. О, наконец-то бабушка. Да, подождите, Надя ж такси надо дождаться. Мне кажется, что Алиса сейчас уснет. У нее такие стали сонные глазки. Осоловевшие прям. Она ж опять встала в 12 и днем не спала. Алиса уже уснула. Дотя бьет мои рекорды. Я в кинотеатре засыпаю, она еще до кинотеатра засыпает. Вот как ее надо днем укладывать. Блин, Костя, только дошло. Суем в машину часа в 2 дня, когда надо спать уложить. И катаем по городу. И все, она засыпает. Хорошая идея. Часа в 2 дня, она сегодня в час только проснулась. А представляешь, во сколько она вчера уснула? Ты не смотрела во сколько? Ну, судя по всему, очень поздно. А матрицу не хотите глянуть? Ой, не, матрицу 100 раз видели, не хочу. Я давайте что-то такое, понимаю, что еще никто из нас не видел. Как мы поймем, что это хороший фильм, да? Ну, загугли, хорошие фильмы. Там хотя бы 2018. Топ-100 фильм. Мы уже приехали на место назначения. Алиса перебралась спать в колясочку. Я взяла ее пледик любимый. Так давай ее закроем. Ложка, телефон у тебя с собой? Да. Ну, если что, позвонишь. Там берет? Нет. Да, там, да. Ты пока с ней побудешь, да? Ну, а кто? Мы в магазин. Мы с Костей зашли в магазин, я себе выбрала еду, которую буду есть. Потому что сейчас накупят пицц всяких, я же их есть не буду. Салатик взяла. Слышишь? А. Знаешь, что я почувствовала в этом магазине? Что? Первые признаки старости. Давай. Знаешь, почему? Потому что большинство людей, на которых смотришь, все моложе тебя. Это капец. Раньше так никогда не было. А я что должен был почувствовать? Последние признаки старости. Все, мы уже встретились. Надя с Костей и Дашей подъехали на такси. Алиска по-прежнему спит. И сейчас будем идти в кино. А мы ее занесем? Ждем девчонок, они там где-то пиццу заказывают. Мы себе на эскалаторе съезжаем, а мужчинам придется идти здесь по лестнице с коляской. Костя мой еще и тягает этот рюкзак, потому как у меня болит очень сильно все еще плечо и ребра. И он, видите, геройствует, чтобы меня не напрягать. Ну что, мы уже на месте. Дашуля у нас, судя по всему, будет смотреть мультик одна, потому что Алиса спит. Вот, а Алису мы договорились оставить прямо здесь, с девушкой, которая за стойкой. Она говорит, да, конечно, пусть себе спит, а если проснется, наш зал прямо вот здесь, совсем рядышком. А может и до меня отправить? Может и к тебе, да, мультики смотреть. Я бы хотела, ну, то, что там животные балакают. Посмотри 101 далматинец в фильме. Там 100 щенков, и они разговаривают. Так, а я вам сейчас покажу, что я буду есть. Я взяла себе черный хлеб, ну, понятно, что я его много не буду есть немножко. Рыбу. И я взяла себе в качестве вкусняшек, если захочется что-то вкусного, чернослив и курагу. Вот и все, что я себе купила. Алиска проснулась, Костя с ней ходит. Девочки покупают пиццу все еще. А Даша уже пошла в свой зал, будет смотреть мультик. Я решила пока к ней присоединиться, я обожаю мультики. Может быть, я с ней и Алисой тут и побуду. Привет. Как тебе тут в гордом одиночестве? Я к тебе. Буду с тобой мультик смотреть. Что? Ну вот и мы уже на фильме. Девчонки пиццу едят и Костя, а я чернослипчик сижу жую. Сок у них там, видите? А там влюбленная парочка. А съемки очень красивые.
общем, Алиса Дашиного мультика побаивается. А мне как-то не очень понравился фильм «Спасатели Малибу». Именно юмор. И мы пошли погулять. Только я не пойму, куда уже Костя с Алисой делись. Еле их нашла. Лисюнька! Лисюська, ты все расстроенная? А что она расстроенная? Ну, она хотела как-то с палатой вверх. А, пошли, Алисочка, там детская комнатка есть. Пойдем, зайка, пошли. Давай. Пошли, там интересно. Пойдем, мы тебе покажем что-то. В общем, привели мы малую в такой парк развлечений. Нам сказали, что через 3 минуты он закрывается. Поэтому Алиса там погулять не успеет. Костя говорит, мы дольше будем расплачиваться. Что-то нам сегодня не везет. Посмотрим на рыбок, да, Алисенька? Смотри, какие рыбки тут плавают. Много плавает рыбок. Их, наверное, какой-то удочкой вылавливают. А ее, наверное, покупают, да? Понятно. А если со своей прийти удочкой? В общем, мы решили тогда, что развлечением будет катание на эскалаторе. То, чего Алиса хотела. Вообще бы обленились, да, дома лесен. Ой, вы не представляете, как у меня болят эти ребро и плечо. Это какой-то кошмар. Я уже даже начинаю жалеть, что вообще куда-то поехала. До конца вдохнуть я не могу. На ребро нажать пальцем не могу. Дикая боль вообще. Ой, типась. Лисенкин, ку-ку! Какой-то тут очень быстрый эскалатор и большие очень ступеньки. Ку-ку. У нас еще есть 2 часа. Да? Чтобы накататься? Если его не отключат. Да, да, его сейчас тоже возьмут и отключат. По-моему, она уже накаталась. Пошли Xbox возьмем с Дашей. Мы тут с Алисой увидели паровозик. Смотри какой! Ух ты! Сейчас подумаешь, что это как в парке поедет. Так он обычно тут и ездит, Кость. Просто сейчас, видимо, время уже. Видишь? А, так это типа мотоцикл. Тю, прикол. Мотоцикл, и туда кто-то садится и просто возит, мотоцикл, как на мотоцикле. Квадроцикл, ну да. И к нему фургончик приделан. Алиса бедная побежала опять туда, где детки гуляют. Папа забрал. Пойдем, Алисенька, к Дашеньке. Пойдем. Пойдем Дашеньку найдем. Где Дашенька? Мы сейчас ждем, пока нам включат малышариков. Мы решили попробовать посмотреть малышарики чуть-чуть, чтобы Алиса поняла, что такое кинотеатр. А потом Xbox с Дашей, она будет танцевать. Ну что-то очень долго это все делается. Алиса пошла гулять. Надеюсь, мне будет удобно. Да, удобно будет. Одеяло нашла, рада. Солнышко, тут твое одеяльце с собой, да? Неси нам сюда с папой. Ты спадки хочешь, что ли? Костя, ты что там смотришь? Фигню всякую. Даша нашла, как тут включить дискотеку. Радуется, прыгает. И Алиса засмотрелась. Крутится, смотрите. Повторяет все за Дашей. Ой, давай мне твою кофту. Давай, закружу. Ой. Вся дискотека пропонилась. Остановилась, закончилась. Сделала, как ты. Эх, да. Видишь, Даш, ты ее чему удобно ее можешь научить? Алиса понесла одеяло в колясочку и там стелит. Ты будешь спадки? Запуталась. Запуталась. Все. Вот так, там должно лежать, правильно. Хозяюшка. Угу. Кость, подсади, пожалуйста. Да зачем? Сейчас мультик будет. Ой, какое время.
50 там было. Хрю, так поросенок говорит. Кря-кря-кря-кря, да? Хрю-хрю-хрю. Все. Что там? Присела Алиса. Теремок ТВ. Малышарики тут, да? Подрастайте поскорее, малышарики. Секрет. Теперь Алисе в кинотеатре нравится. Что значит? Мы с Костей вернулись в наш зал. Уже все поразлеглись. Я иду в детскую комнатку посмотреть, как там Алиса. Где написано? Children's. Ты такая цікава пропустила. Да? А що було? Б'ють гнізди. Ми там сипали, сміялися, стрибали. Да. Радувались. Конечно, такой большой экран с малышариками. Ну, конечно ж, к мамі попишу. А нет. Где же гнездо? Алис, будем крутиться, танцевать дальше. Надо какую-то песенку, да? Не знаю. Ну, давай, кружись. Хорошо, весна. Хорошо, что меня не любят. Весна. Вот так, молодец. Парочка, снимай лыжи. Весна пришла. Ура! Весна! Вот это под музыку. Кружите танцы. Тает снег, и сосульки тают. Там, где муха ловится. Пошла за тобой, мама. И повсюду уже. За бабушкой пошла. Иди танцевать, бабушка. Ужа. Алиса всех на дискотеку зовет. Снег растает. Малыш, что мы возьмем с собой на прогулку? Кому еще? Я кораблик. А сама на диван, что ли? Ты серьезно? Будет наблюдать, как мы танцуем. Всех вытащила на танцпол. Ну, Алиска. Сама на диван. Что ж, паночка ей наверняка понравится. Не достать. Музыки только не хватает. Все, сейчас будет Xbox. И правда, издалека цветы казались меньше. Ой, да Шуль, закрой дверь, а то Алиса сейчас уйдет. А, она решила свет потушить. Так, вы будете танцевать? Да. А что дальше осталось? Время? 2:10. Сейчас, сейчас. Значит, час. Так знаете, как переключать, да? Я не знаю, может, она расслабляет. Может быть. Надо попробовать. Сейчас, Алиса, будут танцы.